Ленинский район, перекресток, улица Шухурдина, проспект Строителей, инспекторов дорожной службы, место номер один в рейтинге аварийности уже много лет. ДТП здесь случаются почти каждый день, часто с тяжелыми последствиями. Недавно, например, автобус вообще, тормоза отказали, таксисты сшибли, а сверху женщина рядом стояла, ее, соответственно, тоже сбили. Свой рейтинг аварийности сотрудники ГИБДД составляют каждые 2 года, а потом предлагают варианты решения проблемы городским чиновникам. Так, снизить число ДТП кое-где помогло появление дорожной разметки, а вот ограждений и знаков больше не стало. Наиболее загруженные улицы, они и остаются загруженными. Наиболее аварийные – это Московская, проспект Строителей, Шевардина, Энтузиастов, Рожникидзе. Чуть растерялся, замешкался, не заметил. Произошло столкновение. Руководитель клуба автолюбителей Олег Федоров составил свой список аварийных перекрестков. С рейтингом ГИБДД он не совпадает. Самыми опасными для водителей он считает пересечение Астраханская-Шелковичная, Радищева-Кутикова. Сейчас пока что не видно, да, за деревьями, что там нужно вступать. Водитель, соответственно, едет и думает, у тех машин помеха справа. Проеду-ка я тут. И получает удар тот же или сам ударяет. Вот видите, как знак? Вместе с рейтингом опасных перекрестков ГИБДД составляют и список причин аварий. В прошлом году ДТП чаще происходили из-за низких сцепных качеств автомобиля. В этом вино всему инспекторы называют алкоголь, разговоры по телефону за рулем и превышение скорости. В ближайшее время на улицах Саратова появится «Большой брат». Камеры видеонаблюдения установят на большинстве перекрестков. Это позволит инспекторам ДПС фиксировать все нарушения правил дорожного движения. Штрафы будут приходить по почте. Управление ГИБДД надеется, что с такими новшествами рейтинг аварийности может вообще не понадобиться. Екатерина Савина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.